Друзья, канал «Реализация законного права». Сегодня поговорим об обобщенной информации о правилах пребывания в Латвии, принимающей наших переселенцев. Напомню, что с 3 марта 2022 года украинские переселенцы имеют право жить, работать в Евросоюзе и имеют доступ к медицинской государственной страховке. Срок пребывания зависит от принимающей страны. Также приостановлены ограничения, связанные с COVID. Итак, друзья, Латвия. Граждане Украины с биометрическим паспортом могут въезжать в Латвию в рамках безвизового режима и находиться в Латвии без визы максимум 90 дней в любой 180-дневный период. Если человек не имеет проездного документа, его идентифицируют в сотрудничестве с компетентными органами Украины. Граждане Украины, не имеющие места для проживания в Латвии, должны уведомить работников госпогранслужбы о необходимости помощи. Для нахождения и трудоустройства в Латвии гражданам Украины будут выдаваться долгосрочные визы с правом работать в Латвии. После подачи заявки на получение убежища начинается процедура предоставления вам статуса лица, ищущего убежища, и проверки поданной вами заявки. После обращения с заявкой, кроме случаев, когда вы являетесь заключенными, вам будут предоставлено удостоверение личности, ищущей убежище. Статус личности, ищущей убежище, дает доступ к медицинскому обеспечению в определенных объемах. Если у вас нет применимого места для размещения, то может быть размещено в центрах открытого типа. Подписывайся на канал, чтобы знать, как защитить свои права. Увидимся в следующем видео.